Всем привет! У нас сегодня, к сожалению, дождик. Сегодня по делам, машину надо сегодня отремонтировать. У нас что-то с машиной там небольшие проблемы. Ой, что-то у меня распушистилось. И вот там по магазинчикам ходит. Бабушка хочет купить фруктов. У меня, короче, проблемы с ногой, к сожалению. До приезда бабушки с дедушкой упала, подвернула ногу и косточку повредила. А сейчас меня она разбарабанила, блин, не знаю. Приеду в город, если будет так же, пойду в больницу. Вот. Мы сегодня и так по делам ездим. Дома неохота сидеть, скучно. Так, прогуляться. Да, бабушка с дедушкой приехали на время, не навсегда, поэтому я знаю, что многие будут писать, что я же говорила, что бабушка и дедушка приедут жить. Нет, они уезжают потом в Питер к брату тоже погостить и обратно в Барнаул. Там у них жизнь, у них там мама работала, с которой она еще не ушла. Вот так. Погода у нас сегодня мерзопакостненькая. Вчера охота была в купальник одеться, сегодня уж охота шубку одеть. Пойдемте. А? Пойдемте креть еще через мостик. Сходим. Собачка! Мы пойдем. Эй, мы все. А она догонит нас. А она как хвостик за тобой бегает. Да. Вы же друзья с ней. Вот и догоняет. Да. Ну да. Ну а тут за. Да. Да только у нас нет ключика, да? Вперед убежала, впереди. Да она прибежит. Она прибежит. Не то, что там у нас. Ой, ты не ходи, сына. Я сейчас Максим. Зачем ты туда пошел-то? Я же просил тебя сюда не приходить. Видишь, как тут опасно. Чего ты? Не, давай подниматься. Я тебе помогу подняться. А почему? Давай, пойдем. Ой. А вон какая река. Плавай, тут очень холодная вода. И она унесет в море. Там глубоко.
Эч. Пожалуйста. Она. Чего? Ну не можем пройти, тут глубокая лужа. Ноги вымокнут полностью. Не, не надо. Не надо, не надо, ты там не пройдешь. Она сейчас за нами пойдет. Ой, дождь начинается. Пойдем быстрее домой. Сейчас собака за нами пойдет. Да она придет. Она знает там уже места. Она тут не первый раз. Она не видит, где мы. Да, у нее нюх хороший. Она где нюхает? Да, она по следам может найти. Да. Она не глупенькая, она умная. Она же тебя любит. Значит, она умняшечка. Вон она. Пойдем, дождик сильный. Она сейчас нас догонит. Она нас видит. Я победил. А? Я победил. Ага. А собака еле... Давай посмотрим по коречку. А вот и собака прибежала. Все, пойдем. Да. Пойдем. Зачем? Пойдем здесь. Там лестница высокая. Ну пойдем. Да, позови ее. Давай только осторожненько спускаться будем. Стой. Я вперед пойду. Тоже. Ой! Вон кошечка к тебе прибежала. Не боится. Собака! Я ее подниму. Не надо, она сейчас сама придет. А давай за угол спрячемся, она прибежит. Давай. Она. Ой, какой же.
Макс, осторожнее. Да, она придет, пойдем. Пойдем отсюда. Ой. Смотри, ты тебя привез. Что, заморал? Собака? Да. Ну, удобно, и видишь, она облокотилась. Она уже устала. Мне нельзя. Лю, это есть. Там это наша собака. Съедобно. Это не съедобно. Я скушаю съедобно, а съедобно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Сильно, только не дави, а то она укусит. Ты поцеловал ее, она грязная же. Почему? Ну, собаки нечистые. Она же на улице живет. Фух, руки ты собакой пахнут. Собакой? Ладно. Мне жалко. Сейчас мы едем по ночному Сочи. Ну как Сочи? Лазаревскому. Хотим съездить сейчас. Она рядом с колесом обозрения. Улочки. Что-то даже никто не сидит. Ну, погода, конечно, пасмурная. Я думаю, в сезон тут народу полным-полно ходит по улицам, гуляют. Смотрите, какой красивый фонарик. Лепесточками. Тут вот парк, но не особо видно. Карусели. И мы идем вот туда. Спасибо. Метров. Так вот деревья красиво подсвечиваются. Очень красиво. Там тоже еще был пингвин. Да, народу практически нет.